Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители. У нас прогноз на сентябрь. Прогноз я буду делать на Таро Акаши. Эта колода дает нам доступ к информации, которая содержится в хрониках Акаши. Она может помочь нам открыть духовные потоки, которые всегда текут между нами и хрониками. Мы посмотрим прошлое, которое имеет влияние на настоящее, а также на ваше будущее. Эта колода поможет нам раскрыть возможности, отношения, действия, которые помогут вам двигаться вперед по направлению к вашим мечтам, желаниям. Здесь вы можете получить очень ценную информацию о работе с любым проектом, об изменении трудных установок, ограничений, об исцелении и привлечении в вашу жизнь отношений, ну а также о достижении ваших целей, которые вам дороги. Но еще эта колода приносит руководство от вознесенных владык, от ангелов, архангелов и от вашей духовной семьи, от вашей души и от вашего высшего Я. Настраивайтесь на получение информации, задайте вопрос во Вселенную, что меня ждет в сентябре месяце. У нас расклад для Овнов. Давайте посмотрим, что ожидает представитель знака зодиака Овен. В сентябре какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить? С какой энергией вы войдете в сентябрь из августа? У всех эта карта выпадает перевернутая. Да, еще границы будут закрыты, скорее всего. Что у вас будет происходить в первой декаде сентября? Во второй декаде? Третья декада? Энергия, с которой вы выйдете из сентября в октябрь. Энергии, с которой вы входите. Здесь у вас ложится семерка роз. Карта называется Де-Джорне. Де-Джорне – это поездка, путешествие. Но она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит корабль в порту. Подплывает к пирсу лодка. Люди с вещами садятся. И лодочка доставляет их к кораблю, а корабль доставит их к месту их назначения. Но когда карта перевернутая, она в первую очередь может указывать, что поездка, путешествие или переезд могут быть отложены или отменены. Также, если вы хотели расширить, изменить или разнообразить свою работу, сейчас, возможно, не самое подходящее время. Но не волнуйтесь, вы не потеряете этой возможности для новых открытий, новых путешествий, новых мест. Это просто было все отложено. Поэтому карта говорит, будьте терпеливы, следите за тем, что лежит перед вами в настоящем. Ваш корабль вернется снова, но когда придет время. Первая декада сентября, здесь ложится третий, старший аркан, это архангел Габриил или Гавриил. Да, карта у вас перевернутая. Вообще у нас архангел Габриил – это божественный посланник, это архангел общения. На своей груди он носит герб Меркурия, а Меркурий у нас – это планета общения, да, это бог общения. Но когда эта карта ложится перевернутая, она может указывать, что сейчас вы будете испытывать трудности в общении. Или вы не высказываетесь сами, или ваши мысли наполнены негативными словами. Здесь может присутствовать жизненный урок для вас. Что-то, что вам нужно было изменить в течение длительного времени. Вообще, архангел Гавриил – это мощная сила, которая приносит божественную любовь и мужество для вашего самовыражения. Если сейчас у вас трудности с общением или выражением ваших мыслей, то попросите этого архангела, потому что он для вас доступен всегда и готов вам помочь. Пусть его мирное, но мощное присутствие наполнит вас смелостью и мужеством, потому что этот архангел был другом вашей души на протяжении истории хроник Акаши. И вот это время неразберихи или разрыва в общении – это прекрасная возможность пробудиться к этой глубокой дружбе, к вашему
достоинству, силе выражать себя и говорить свою правду. Поэтому разберитесь, что вам надо сказать. Почувствуйте заботу, поддержку Гавриила, его присутствие, и начните чувствовать себя комфортно, услышав свой позитивный, мощный голос. Сейчас для вас время высказываться, а не молчать. Вторая декада сентября. Здесь у вас ложится единица силы. Карта называется Декаши Филд. Вообще у вас две единицы. Но по силе это энергия. Это энергия внутри вас, вокруг вас. Получение этой прямой карты говорит вам, что сейчас для вас изобилуют великолепные возможности. Вы можете увеличить, ускорить опыт открывания дверей в хрониках Акаши. То есть ваша жизненная энергия сейчас резонирует со Вселенной, поэтому вы можете исследовать хроники и получить ту информацию, которая вам нужна, и силу, которая может вам помочь. Вам сейчас советуют провозгласить свои намерения во Вселенную и попросить вдохновения. Потому что Вселенная готова сейчас принять ваши самые искренние желания и помочь вам их реализовать. Третья декада сентября. Здесь у вас ложится двойка роз. Двойка роз называется крылатые посланники, но карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит круглый стол. Он накрыт к чаю. Ну, круглый стол, мы знаем, это стол переговоров. Да, здесь над столом летает голубь. Также здесь появляется хищник с каким-то посланием. И все это происходит на фоне дома. Но здесь уже одна чашка разбита, и у одного стула сломана ножка. Эта карта может показывать конфликт в вашем доме или в вашей семье. Это может касаться вас или кого-то другого из вашей большой семьи. Тут может быть денежный вопрос относительно дома, наследства, личных финансов. И когда эта карта ложится перевернутая, она может показывать, что вот этот конфликт все-таки разросся. То есть теперь в перевернутом положении уже этот стол разрушен, и кажется, что никто не сможет собраться вместе. Когда прямая, то голубь как бы занимает лидирующую позицию, да, голубь мира. Но когда карта переворачивается, то уже хищник занимает более выигрышное положение. То есть карта показывает, что ваши страхи, ваши чувства растут, как бы заглушая голос своего духа. И это делает все более и более трудным достижение мира внутри и вокруг вас. Очевидно, вам придется иметь дело с некоторыми людьми или финансовыми вопросами, которые покажутся вам ущербными или разрушительными. Самое главное, карта вас предупреждает, будьте осторожнее, чтобы вас не попросили дать больше, чем у вас есть. Но, несмотря на кажущую очень сложную вот эту ситуацию, сейчас вам нужно приложить как можно больше усилий, чтобы попытаться все исправить. Да, люди, замешанные в этом конфликте, могут быть неподатливыми или вообще не способными слушать. Но вам важно делать то, что вы можете. Ну, а также, если вы понимаете, что этот конфликт никак не разрешить, то постарайтесь от него отстраниться. Тем более, если понимаете, что люди непреклонны. Но даже перевернутая карта показывает, что сила вашей души является вашей основой и всегда готова поддержать вас. И энергия, с которой вы выходите из сентября в октябрь, здесь ложится единица ключей. Карта называется «Архитектор», и она у вас прямая. В прямом положении мы видим, что идет активная стройка. Стоит архитектор, рядом с ним помощник. На столе очень много карт, схем, каких-то инструментов. И кругом люди, которые трудятся на каких-то фундаментах, основах, каких-то зданиях. Но в прямом положении карта на более мирском уровне может показывать, что вы будете вовлечены в строительство, ремонт, отделку своего дома, рабочего места или бизнеса. Но на более важном уровне карта указывает, что для вас пришло время вступить в сильную и мощную позицию. Но для того, чтобы сделать это, вы должны будете признать свои способности и свои сильные стороны, ну а также взять на себя ответственность. Поэтому полностью используйте свои умения сейчас. Вот так у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание, за ваши лайки, комментарии. Всего хорошего.